Всем добрый вечер. Делаем опять очередной обзор новинки Samsung Note 8. И, как обычно, по плану, бассейн, сауна, русская парная, не знаю. Сколько? Ну, 100 градусов. 100 градусов. 100 градусов. Парная, 11 минут. Все время я не буду снимать. Ну, вот так, на 11 минут. На 11 минут. Потом что мы сделаем? Пойдем в бассейн. Попробуем проплыть под водой. Наверное, ничего страшного не будет. Больше всего, конечно, переживаю за сауну, так как наушники Sony, последняя модель, Bluetooth, MFC, не выдержал испытания сауны русской пармой после 4-го или 5-го раза. Вот так как телефон на гарантии, новый, IP68, тем более я периодически смотрю обзоры мобильных устройств, как он издевается, царапает, но вот таких хард-тестов я не видел. Так что так вот. Samsung Galaxy S7 прошел достойное испытание сауне. Единственная проблема была потом с зарядкой, поэтому посмотрим. Опять же, проблема была с зарядкой, там просил подсушить USB провод. Давайте посмотрим. Пока нажимаю на паузу, сейчас люди, это не очень удобно. Так что там телефон уже очень горячий. Так, продолжим в бассейне или в душ. Вот, посидели 11 минут в сауне, приняли душ, телефон отказался снимать в сауне. Сейчас после душа попробуем под водой. Вот он бассейн. Не знаю, как я поплыву с одной рукой. Ну что, рискнем. Поплыли. Ныряем. Дома обзорчик продолжаем после бассейна. Как я и думал и предполагал, индикатор на телефоне показывал, что порт USB попала вода, но после этого я еще пошел в хаммам. После хаммама я переоделся, продул порты, там еще я спал. Вот домой пришел, еще водичка была. Но суть в другом, что я переоделся после душа и уже телефон, то есть продолжить все порты USB-C. И все нормально, индикатор перестал показывать, что влага попала на порт заряд. Телефон работал нормально в режиме. Не повторяю, что после бассейна еще пошел в хаммам, там сидел больше, чем 16. И раз посчитал обзор, просушить телефон, чтобы вдруг появился значок, что на порт зарядки попала вода. Вот я читал, тут сюда. Там предлагалось воспользоваться беспроводной заряд. Опять же, рекомендация не использовать
iPhone, там конкретно модель S8, предыдущий флагман, не использует холодной воды, соленой воды, хлорированной воды, разные бассейны, не использует хамами. То есть телефон использовался везде, ему было запрещено. И вот буквально, говорю, переоделся после тренировки. И телефон уже, то есть продул все заряд, ну, отверстие для зарядки, для наушников, и все, то есть пропал индикатор. То есть телефон оказался в обычном рабочем состоянии. То есть еще раз доказал, что телефон, в принципе, справился с нашим хардтестом. Ставлю ему все-таки 5 с минусом, потому что на фоне S7, S8 игру я не тестировал. То, что все-таки S7 дольше работала, камера в парной. Так что вот так вот. И надо еще, не знаю, попробовать подводную съемку. Ну, почитайте, как все это грамотно делаете. Попробуйте поснимать под водой. Всем спасибо, кто смотрел мой обзорчик. Yeah.